И к другим темам. Борьба за чистоту челябинских дорог продолжается. Убрать грязь с улиц потребовал временно исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов. Он остался недоволен объяснениями Южуралмоста и заявил, пока подрядчик справляется на четверку. Снег вывозит, но на асфальте все равно остается грязная каша, поэтому будут организованы контрольные объезды. Мое мнение, чтобы грязи не было, чистота была, на самом деле это не совсем так. Дороги позволяют ездить, но они грязные, машины грязные, народ возмущается. Мое мнение, эту ситуацию тоже можно исправить. По словам Владимира Елистратова, сразу после обработки асфальта противогололедной смесью дороги нужно приводить в порядок, счищать всю образовавшуюся грязь. Также в Рио главы потребовал от Южуралмоста убрать кучи снега с обочин. Подрядчик пообещал управиться за неделю. Отмечу, что нарекания у людей вызывает и уборка снега во дворах. Подрядчику в Советском районе уже выписали штраф 200 тысяч рублей. Это 11% от суммы контракта. После наказания фирма работу улучшила, отметил глава района Владислав Макаров.